вот мы тут были в пляже, у нас такой ураган тут начался. Короче говоря, вот, только светило солнышко, все, только бум-бум-бум-бум, и начал дождик понемножку капать. Так что мы с Аней под зонтом стоим, но он такой, знаете, как из одной тучки, такие очень, как тут сказать, сейчас я вам покажу. Выйди, быстро. Видите, как тут. Но люди тоже не собираются домой, тоже, как и мы. Давай с Аней под зонтиком. Ай, уже, слушай, не капает. Ага, какая-то такая туча интересная. Вот налетела она и сейчас улетит. Улетает туча, улетает туча. Хорошо, что не пошли домой. Ну, конечно, не пойдем, еще побудем. Жалко. Нет, пойдем, еще такое, там такие лосины купим. Ой, как красиво выглядит. С подсолнухом, не да? Фитя! Осторожно, а то он сейчас как полетит, так потом не поймаешь. По пляжу побежишь тут сама вся. Ой, у тебя, слушай, как тут красиво зато небо. Да, как-то не повезло немножко, да? Или как раз повезло? Мам, подними! Мисс Сани так... Как это сказать? Такого цвета. Классно получилось, супер. А. Красиво, да? Ну, а если сейчас нарисовать сиди? Подержи. Простите, да. Да, получилось зонтом по голове. Так, давайте закрывайте этот зонт. Нет! Куда ты пропала из кадра, Сани? Никуда я не пропала. Вы мне... Это очень плохо. Я не знаю, как это надо сказать. Дуреем. Если так... Пока это солнышко не вылезет. Ну, конечно. Улетай, Дуся, улетай. Мы тут за такими сектантками тут наблюдаем. Ну давай притяни. Нет, не буду я их показывать. Ну да, есть тут уже второй год подряд. Тут такие странные девчонки приходят с мамой они или с бабушкой, я даже не это очень мамой. Знаю. Ну, так интересно. Их нет. Подождем, пока солнышко вылезет, тогда еще камеру включу. Папа пошел к морю, я смотрю. Да? Да, ну пусть идет он себе. Саня что-то с одним этим шином велосипеда говорит, что ей плохо уже. Сейчас я посмотрю. Ну да, надо немножко надуть воздуха. Надо, Саня, точно. Давай. Это точно. Да. Что так можно делать? Как лизун такой. Да. Улетай, Дуся. И потому что надо, это мои Дуся. Хорошо было бы, чтобы еще завтра вот такая погодочка была. Да, хотя бы не да, лил да. дождик, да, Саня? Хоть не лил дождь. Может быть, не быть этого солнца, но пусть не льет дождь. Да, так хорошо тогда было можно бы не в пляж идти, но просто с великами покататься. Да. Хорошо было бы, супер. Это мои чувства. Это я. Это потому что это мои чувства. Чувства. Мне кажется. Что сейчас будет дождь. Не будет дождь, сейчас будет солнышко опять. И тепло будет, и классно будет, суперски. Вот здесь такие пайетки, у меня вот так вот меняется. Мячик. Бум, а потом бум опять. Ну, та вот, когда вот так вот, Саня, смотри, вот так красивее, потому что все видны контуры, вот где вот, видишь, все видно, и даже глазки видны. Вот глаз. Да, Саня. А тут вот... Короче, ждем погоды, друзья, ждем погоды, Саня. Да, но я хочу один такой рассказать быстро. Давай. Я была с лошадьми у моря тогда.
Жалко, что, ну, девчонка по мессенджеру этому прислала мне фотки, конечно, но там Сани... Ну, знаешь, я попробую показать, может, как-нибудь, я даже не знаю потом, что... Так дома сможем показать. Да, на камеру показать с телефона, да? Ну, все, Сани, тогда. Ждем. Водоворот. Все, пока. Ну все, пока-пока. Коротаем свои пока! Деньги.